ситуацію з літаком А-50. І якщо досі Лукашенко не визнавав, що в Мачулищах взагалі щось трапилося, то тепер він навіть називає винного і каже, що терорист українських спецслужб здійснив цю історію, цю атаку, що нібито Служба безпеки України під керівництвом ЦРУ, чи то з боку, чи за спиною, розробляють операцію проти Республіки Білорусь. Це я вже цитую зараз Лукашенка. Мовляв, був підготовлений терорист, він росіянин з російським паспортом, має український паспорт. Далі додає ще даних конкретно Лукашенко, але от він визнає, що це відбулося, і більше того, він призначає конкретного винного і каже, що СБУ відповідальні за цей захід. Чому якийсь цього висновок? І одна дуже важлива річ. Перші заяви після атаки, що це зробили не з боку Лукашенка, але які з'явилися коментарі, що це зробили білоруські партизани, і, мовляв, тому це не може бути приводом, аби Лукашенко дав наказ своїй армії вступати у війну. От зараз, якщо Лукашенко звинувачує в цьому СБУ, це може стати причиною для наказу? Я не думаю, что это идет подготовка к принятию такого приказа о начале военной операции по земле против Украины. Нет на сегодняшний день ни концентрации войск, нет соответствующих ресурсов у Лукашенко, чтобы реально вступить в войну по земле против Украины. Речь идет о том, что информационно-пропагандистская спецоперация, которая проводилась пропагандой Лукашенко, потерпела полное фиаско. Вначале они скрывали информацию о факте повреждения самолета А-50 российских военно-космических сил. В последующем они пытались продать фейковую историю о том, что самолет летает, самолет полетел на облет границ Беларуси по периметру и чуть ли не сопровождал рейс Лукашенко, возвращавшийся из Пекина или улетавший в Пекин. Они пытались доказать, что никакого ущерба не нанесено, но мы знаем, что самолет улетел в Таганрог на соответствующий авиаремонтный завод России для устранения тех повреждений, которые были ему нанесены в результате этой атаки. То есть он пытался скрыть от общества, не получилось. Он пытался продать историю, что ущерб незначительный, не получилось. В последующем ему пришлось уже сегодня, с учетом этой ситуации, признать сам факт этого инцидента. Это самое главное. Он признает, что система противовоздушной обороны, система защиты военных аэродромов, где находятся российские вооруженные силы, самолеты и так далее, она абсолютно дырявая. И через эту систему могут просочиться дроны, они могут наносить ущерб самолетам и технике, находящейся на этих аэродромах. Эта же система защищает в том числе и самого Лукашенко. Поэтому для него есть фактор личного страха, который его постоянно преследует. Он очень боится, что подобный дрон когда-то может прилететь или пролетать над его резиденцией. Так что здесь смешивается все вместе. И сегодня он был вынужден признать факт этого инцидента. Это самое главное. Это самое главное, что он признает, и в том числе и перед Кремлем, в том числе и перед своими пропагандистами и перед белорусским обществом, что он не в состоянии обеспечить безопасность в интересах Российской Федерации, тех вооруженных сил, которые находятся сегодня как оккупанты на территории нашей страны. Ну, интересная еще деталь. Он сказал о том, что это якобы просочился кто-то из диверсантов с территории России. То есть он, не удалось ему зайти через другие периметры границы, он зашел с точки зрения России. Возможно, это какой-то сигнал, в том числе и Путину, или оправдание того, что я должен защищать западные рубежи, а кто-то же должен защищать и восточные рубежи. Или это сигнал Путину, что он должен это делать, или это может быть предусловие к тому, чтобы он взял под больший контроль восточную границу, а оправдать перед своими пророссийскими вооруженными силами, пророссийскими спецслужбами, наверное, я бы так скорее говорил, не вооруженными силами, а спецслужбами, такими как ОМОН, КГБ и так далее. Почему он вдруг берет под контроль границу с Россией? Ему необходимо вот в том числе и этим, этой ситуацией, связанной с повреждением самолета А-50, и то, что этот диверсант, назовем в кавычках, якобы проник с территории России.
Павле, от дивний, можливо, дивне запитання останнє, і це не висновок, вочевидь, нашої розмови, але все ж таки, якщо Лукашенко от веде таку багатополярну гру, він намагається триматися між якимись європейськими інтересами, китайськими, використовуючи максимум ресурсів Росії, як ви бачите зараз, чи існує, бодай, мінімальний шанс для нього за умови краху Росії і перемоги України зберегти свій режим? Нет, не существует. На сегодняшний день он перешел такие красные линии, которые не позволят никому из европейских политиков, из цивилизованных государств пожать ему руку, когда бы то ни было в будущем. Он будет перед международным трибуналом поставлен за преступление против человечности, это в отношении белорусского народа, и за преступление против Украины, за агрессию. Для нас здесь очень важна и позиция наших украинских партнеров. Когда мы говорим об ответственности за войну, мы четко понимаем, что есть ответственность режима Лукашенко, а не белорусского народа. Но именно ответственность режима Лукашенко здесь также ключевой фактор, как единственного реального союзника Российской Федерации в войне против Украины. И за это он должен понести ответственность. Конечно, как человек хитрый, как человек, хватающийся за соломинку, он будет предпринимать все возможные и невозможные усилия, чтобы пройти или выйти из этой ситуации. Но все будет зависеть в том числе от состояния белорусского общества и в тот критический момент, когда будет слаба Москва, каким образом нам удастся организовать внутренний протест внутри Беларуси. И тогда дни Лукашенко будут сочтены. Павле, я вам, білоруським опозиціонерам, бажаю в цьому стійкості, мудрості, вправності в організації цього суспільного політичного процесу і успіху. Дякую вам за сьогоднішню розмову. Спасибі за те, що змогли знайти час для спілкування із нашими глядачами. Павло Латушко, заступник голови об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, керівник Народного антикризового управління, білоруський дипломат, на прямому зв'язку зі студією «Апостроф ТВ». We'll be right back.